Итак, будем готовить лагман. Лагман не настоящий, ну, потому что тянуть лавшу надо очень долго, целый день займет. Я вот купил макароны такие, спагетти. Это заменит нам дополнительный ингредиент, ну, в смысле, основной ингредиент в лагмане. Итак, для приготовления лагмана, то есть для подлива, нам понадобится лук, я уже подготовил, сейчас почикаю, 3 перчинки, редька, морковка, зелень и мясо. Мясо поточил полосочками, такими, не мелкими, не крупными, ну, средненькими. Сейчас это все почикаю, сложу, помою, почикаю и буду готовить. Дальше покажу, что будет. Итак, приступаю. Итак, значит, я почистил лучок, головки мелкие. Вообще, если крупные, можно две, ну, вот таких чуть побольше, пару. А так вот мелкие. Чем больше лука, я считаю, тем лучше, тем вкуснее. Так, две морковки, 3 перца, 3 редьки зелененьких. И почистил вот еще штук 6 карташинок сюда. Так, мяско уже сказал, что почикал. И вот вылил остаток из банки. Кабачковая икра. Как-то делали мы кабачковую икру. Вот, туда просто добавлю как подлив. Вместо томата. Хотя можно чуть-чуть томат, и еще можно туда головку, даже не головку, а, наверное, один зубчик чеснока. Так, спагетти мои лежат, пока еще мне не надо, зелень мне пока не надо. Сейчас буду все это чикать, жарить буду мясо, обжаривать лучок морковку, перчик. В общем, все покажу по порядку. Итак, закинул мяско, масло налил, казан накалил, масло налил, закинул мяско, помешал его, сейчас оно чуть-чуть пожарится, потом я залью его водичкой, оно чуть-чуть покипит. Вода, когда выкипит, я его еще раз обжарю и затем буду закидывать лук, морковку, перчик и все остальное. Все покажу. Итак, сок мясной уже испарился, выкипел, я чуть-чуть обжарил, сейчас я добавлю водички, для того, чтобы мяско было не жесткое. Я добавлю немного водички, оно покипит, когда вся водичка выкипит, я начну дальше жарить. Вот уже подготовил лучок. Целую тарелку. Я так нарезал его полукольцами. Морковочка вот у меня на подходе. И перчик. Сейчас дочекаю. Вот так. Сейчас она мне будет кипеть. Как только она все, вода выкипит, дальше покажу. Итак, водичка выкипела, мясо уже поджарилось. Сейчас я закину лучок, а потом закину морковочку с перчиком. Лучок закину, все обжарю, мешаю. Левой рукой, конечно, не удобно все мешать. Сейчас я вымешиваю. Как лучок поджарится, слегка такой станет. Поджаристый. Тогда можно закидывать будет перчик и морковочку. Ну вот, наш лучок немного пропарился, прожарился. Сейчас я добавлю сюда морковочки и перчика. Да. Все это помешаю, поджарю, зажарю. Потом будем дальше. Так, подчикал, порезал картошечку. Вот осталась одна редька дочикать. Такими как кубиками, полосочками маленькими. И картошечку почикаю. Сейчас я это все помешаю. И дальше все покажу. Итак, вот что у нас получилось. Еще полуготовное все. Так,
перчик у нас, морковка чуть-чуть пропарились, но не поджарились. Сейчас я вот открыл крышечку на медленном огоньке, такой медленный. Все это будет обжариваться. Тем временем, значит, дочикал редьку, помыл петрушечку, два зубка чеснока, картошку почистил. И у нас завалялись в холодильнике помидорки дачные. Сейчас я их тоже вместо томата добавлю туда в зажарочку. Помою, почикаю. Вот так. В общем, помыл помидорки, почикал их, закинул сюда. Уже наша жарочка, хотел сказать, практически готова. Так, сейчас я сюда налью вот этот вот соус, оставшийся от кабачковой икры. Тут есть перчик красный, зеленый, кабачки, соль, в общем, все там есть. Так, сейчас это все помешаю, попробую на соль. Я еще не солил, между прочим. Так, и посолю, налью водички. А, надо же еще это... Как я совсем забыл. Редьки чуть-чуть закинуть, надо ее чуть-чуть пробалансировать. Вот так вот. Итак, вот что у нас получилось. Сейчас это все еще обжарится. Потом залью водичкой. И положу картошечки. Тем временем поставил водичку на спагетти. Так, значит, залил водичкой, положил картошечки, посолил, немного поперчил, положил два зубка чесночка. Все, теперь будет все это кипеть. До кипения доведу. Вода уже, лапшичка у нас закипела. Чуть-чуть ее подсолил. Чуть-чуть подсолил водичку. Сейчас закипит, закину макарошки. Спагетти. Так, а здесь у меня петрушку почикал. Ну, в принципе, и все. Лапшичка сварится. Закипит подливка. И лагман готов. Все. Приятного аппетита. Вот, вода закипела, закинула лапшичку спагетти на лагман. Это не настоящий, а ленивый лагман будет у нас. Вот, сейчас это все у нас покипит, сварится, и можно будет есть. В казанчике уже все кипит на медленном огоньке. Итак, подливка готова. Сварилась. Лапшичка тоже готова, надо было ее, чтобы она не слипалась, полить подсолнечным маслом. Короче, вот что у меня получилось. Вот такая вкуснотища. Ну все, приятного мне аппетита, я буду сейчас кушать. И вам спасибо, что меня смотрите. Удачи!